Я просто счастлива, что наша мама пошла в дневной центр First Choice. Несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией, она не впадает в депрессию. Центр First Choice с теплом и уважением продолжает заботиться о нашей маме. Ей звонит социальный работник, решающий любые проблемы, развлекает музыкальный руководитель, и ей привозят горячую, свежую, вкусную еду или продукты. Благодаря First Choice ее глаза вновь искрятся желанием жить. Спасибо, First Choice!